Это у нас образцовая комната. Здесь у нас живут 6 человек. Условия в комнатах отделения ночного пребывания Центра социальной адаптации стараются приблизить к домашним. Для каждого постояльца выделяют кровать, шкаф. Раз в неделю выдают чистое постельное белье. Сюда обычно обращаются люди, вернувшиеся из мест лишения свободы, оставшиеся без определенного места жительства, пережившие конфликтную ситуацию в семье. Сейчас в центре проживает 103 человека, из них 20 женщин. И в основном приходят люди, у которых вообще нет никаких документов. Мы им помогаем восстанавливать документы. Помогаем, значит, устраиваться, чтобы они заработали себе на госпошлину. Они у нас проживают 3 месяца, мы с ними заключаем договор. Бесплатное проживание, 1 раз питание у нас, значит, 2 раза в неделю они принимают душ. Бесплатное, значит, сейчас скажу, 2 раза в году у нас психологическая помощь. 4 раза в году у нас консультация юриста. Если постояльцу не удается найти пристанище за 3 месяца, остаться в центре он может на срок до 1 года, при условии, что не будет нарушать правил пребывания. Сюда нельзя приходить в алкогольном состоянии. Ни наркотики, ни алкоголь сюда приносить нельзя. По состоянию здоровья мы тоже это смотрим. Если что, то мы сразу связываемся с медицинскими учреждениями. И, конечно, соответствующего гражданина мы туда отправляем на лечение. В Центр на героев Хасана 47В могут обратиться совершеннолетние трудоспособные люди в возрасте до 60 лет. Социальная гостиница для инвалидов и пенсионеров находится по адресу Таборская, 22А. Кроме того, в Перми существует несколько центров для женщин. Беременные и женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут позвонить по телефонам, которые сейчас находятся на экране.